Значение национального павильона Абхазии сложно переоценить. Международно-культурным центром Абхазии здесь уже проведено немало мероприятий, которые посетили тысячи людей. Среди них как москвичи, так и гости столицы, иностранные туристы, подчеркнул Олег Барцец. Это и знаменитое наше участие в формате «Золотая осень», когда создавались планомерно и настойчиво создавались условия для подготовки рынка под наши товары, под нашу продукцию. Мероприятия культурного характера. Сегодня мы приближаемся к завершающей стадии работ на павильоне.